Это куда это вы собрались? А? Матвеечка. Куда пойдем? Гриша, Гриша. Гриша, Гриша. Куда папа пошел? Гриша, Гриша. На, иди. Смотри-ка, они будут кушать. Смотри. Ой, они бегом бегут. Иди смотри. Папка выбрал огурцов, он полведра. Кормить Мишку, Гришку. Возьми его, дай ты ему покормить, попробовать. Зубы у них, знаешь, какие, чуть пальцы. Не, ну большой огурец он откусит, да чё ж зубы? На, подашь, иди сюда. Нет, он говорит, он боится парить. Нет. Не дашь? Нет. Бежать. Не боится, он бежать с огурцом. Ну мы в прошлый раз кормили. Ты куда с огурцом-то пошел? Не кушай его. Он для Мишки с Гришкой. Едай. Да не кидай ты, ну зачем ты кидашь-то им? Давай он прожует. Ты, смотри, он прожевать бедный не может. Ну ты кормишь. Ну, вот тебе и зоопарк, да? Да, зоопарк. Пошел огурчиком, покормил теленочка. Ой, дай-ка я сама буду кормить. Никого ж ты не кормишь нормально. Роняшь только все. Беги, сыненька, сюда. На, ты с этой стороны корми, я с этой. А Матвейка огурец гложет. Ты чего огурец гложешь, а? Грязный, Матвей. Беги сюда. Нет, почему? Они мытые у меня эти огурцы были. Он не прожевал, не кидай. Не надо так делать. Аккуратно надо кормить. Бедные. Такая жарилка, парилка. Ужасная. Ну, и огурцов не дают. Вкусно так огурцом-то пахнет. Крапивый. Кусай. Вот, видишь, он как откусил, как положено. Ну, и жует. А ты бросаешь ему. И такой аромат прям огуречный. Беги, Матвеечка, не бойся. Беги, дай Мишке. Не дашь? Не хочешь дать? Да иди покорми. Смотри, как они кушают. Вкусно им. Да. Что там, немножко осталось? Немножко. Что-то земля там, свекла была. А, свеклы нарывали в ведро-то. Ну-ну. Вот они как вкусно. Ой, вкусно-то им. И тебе вкусно, что ли? Матвейка. Мишка ест. И Гришка ест. Иди дай скорей. У-у-у, там машинка, да? У-у-у. Скорая или милиция, или пожарная? Кто это там едет? Слышно, да, как она? У-у-у-у. Да? Друзья мои, всем здравствуйте, всех приветствую. Матвейка, маши ручкой. Шарик у тебя. Маши ручкой. Утро Матвейкина. Не ранние девочки, но утро. Поздравляли папку с юбилеем. Поздравляли. Ну, у нас еще нет ни застолья, ничего. Вот отец у нас решил машиной заняться. Что? Потерял? За мячиком бегал Матвейка с утра. Потерял шарик. Присел парень. Я говорю, ни раньше, ни позже папка собрался с машиной сегодня заняться, помыть, попылесосить. С утреца. У нас с утра, девочки, уже жара стоит. Ужасная жара. Жарень? Ну. Ой, сейчас вот он справится, потом поедем по магазинам. По магазинам поедем. Надо будет шашлычок купить. Шашлычок. Так уже рушишь шашлычок, ага. Ну что, мы же пораньше. Мы же под вечер будем шашлык, нет? Под вечер, думаешь? Я думаю, когда будет погода спадывать, конечно, мне кажется. Потому что ужасно жарко, а? Жарко, и кушать особо не хочется. Как-то. Ну да. О, Виталий, цвет твоя сапал. Где-нибудь тут. Ну, он с утра парень уже на улицу хочет. Да? Да-да, это Виталя, отдай, говорит мне. Так что такое, девочки, утрица у нас.
Мы поспали. А вы что, ездили уже? А, вы за тортами же ездили. Они за тортами ездили. Олеся приезжала, поздравляла. Мы почаевничали, позавтракали, можно сказать. И все. Так прошло наше утрице. Нашел все-таки, да? Ой, да, мячик. Играй. Здорово за мячиком, за этим гоняться. Нравится ему. Сам его выбросит, потом просит. Мячик, мячик. Не выбрасывай больше, ладно? А то не будет мячика. Все, давай, играй. Вот они как машинку моют. А где у нас маленький? Круто. Хорошо, так свежо. А Матвейка у нас в дом просился сюда. Он сидел там на лавочке, сидел в дом, в дом, в дом, в дом. Пока бабка ездили, поили. Коров. А чё, какая грязь-то оно прям? Ну. Может, надо было отъехать? Зачем? Ты же в огороде. Прям свежо так. Ты можешь окна мыть? 42 градуса, девочки, на солнышке. Сколько, 42? 42, вот сосед сказал. У него на солнце 42 градуса. А в тени 30 с лишним. Жарко, ужасно жарко вообще. Матвейка, беги сюда к маме. Малышка, куда собрался малышка? Шляпку одевай. Он, девочки, никак не хочет кепку одевать. Писали, почему не одеваете ребенку? Одеваем. Да, мой сладкий? Шляпку вот такую мама нашла, старенькую. Она ему нравится. Он ее хотя бы одевает. Да, так что мы сейчас едем. Едем всей семьей. На двух машинах. Да? Одевай шляпку, одевай. В машину садись, иди с братиком. Сам. Забирай его, Данечка, садитесь в машину. В машине. Че говоришь, что ли? Ага. Ты воды хочешь набрать? Кстати, воды понабирали. Повыли эту воду. Это покупная, но. Это мы в прошлый раз купили в этой пятерочке. Так мы ей не воспользовались. Наберите холодность с этой, с колонки. Ты нас с колонки набрала, а? Ой, ну все, мы все загрузились и едем, девочки, мы едем отдыхать. Собрались мы, девочки, ехать, а у нас бычки пасутся. Вышли, а что, как они вышли-то? Сейчас бы уехали. Ну. Они травку кушают, тут гуляют. Ну вот видишь, их как-то пасти можно. Пасти можно, ага. Ой, блин. Надо же. Ой, ну ладно, хоть как-то это. Ой, я сегодня, девочки, насчет сена договорилась. Договорились насчет сена, слава богу, сейчас спокойно можно жить. Так что уже в сентябре потом привезут. Сначала, девочки, заехали к скотину, посмотрели, писали. У нас был такой комментарий, на санцепёке держите скотину. Девочки, они у нас здесь в тенечке лежат, отдыхают. Вон звездуля лежит, Матвейка с Данечкой. А Виталя с Мариной, с Толиком. Мы с папкой едем. Все, едем, едем, дети. Мумуньки, нормально. Не запутались, ничего. Ну, я не знаю, куда мы сейчас едем вначале. Посмотрим, куда едем. Приехали, девочки, на озеро. Решили мы все-таки, девочки, на пески приехать, на наши. Не поехали мы далеко. Матвейка у нас спит в машине. Уснул парень. Так что будем здесь отдыхать. Ну что, как водичка вам? Парни залезли в воду. Что нашли? Блесна, да? А в тот раз тоже когда-то купаться приезжали, тоже находили что-то. Матвейка спит. Чё это так? Ну чё, чё тут только не найдёшь? Ничего себе. Крючки даже так вот ногу нарушить можно. Да, сразу. Булькается. Ну, привыкли, хорошо? Там Толя огонь-то прогорел, так чё будешь эти, шашлыки уж надо ложить. Ну-ка, не ругайтесь мне, у меня камера включена. Марину звала, говорит. Может, у тебя больше
Сидит, ветерок обдувает, она в машине сидит, а Матвейка у нас все еще спит, так хорошо, парень разоспался. Ну-ка, вы не балуйтесь там. Пойдем шашлык жарить. Матвейка у нас выспался, долго парень спал, мы уже накупались, я девочки тоже накупалась. Уже второй заход шашлыка. Толя мангал разжег. Такой мангальчик сегодня купили, маломальский. Одноразовый, можно сказать. Бери. Даня покупается, а Денис. Сын, а ты не будешь больше купаться? Накупался. Ну, водичка прохладная, но в воде вообще вот хорошо. Классно. Мы так накупались, вообще отлично. Красота. Он тоже смотрит, Матвейка-то. Да, Матвеечка? Да. Купался ты здесь. Мы в прошлом году здесь купались или когда? Саша, когда мы ездили? Такая вода вообще теплая была. Прям как парное молоко. Он тоже парень купался. Он любит у нас купаться. Ой, красота, ага, на природе. Чё вот надо? Отдых. Горит там тоже, да, где-то вдалеке вот. Небольшими такими очагами. Да. Так что такое у нас сегодня отдых. Кто это там ножки мочит? Купаться хочет, девочки, но вода здесь прохладная. Оно, конечно, начинаешь купаться, так хорошо, свежо становится. Замечательно. Не, далеко не надо. Да пусть вот по шорты-то пусть походит. Это его намочит, да? Ну и что, высохнет. Походи. Матвеечка. Мама снимает. Ну, водичка, так-то ничего, светленькая вроде. Ты мой золотой. Ну, мы ездили, получается, на Брюхово, там вода теплая была, он там парень-то накупался. Но здесь не накупаешься, сына. Прохладно, а чем дальше, еще холоднее, получается. Буль-буль-буль. Дома, сыночка, в ванне уж покупаешься. В теплой воде. Пойдем, говорит, водичку отца зовет. Пойдем. Папу звал, да? Папа не пошел с тобой? Не пошел, папа. Мочи ножки, ручки мочи. Матвейка муник увидел. Муньки там ходят. О, коровки. А, это не коровки. Попить пришли. Вот они какие. Там рыбак стоит, рыбачит. Тут тоже недалеко от нас. Бутылку надо. Ну, бутылку. А бутылку где у него? Взяли, нет? Брали. Взяли. Арбуз забыли. Ой, красота, девочки. Коровы пасутся. Смотри-ка, они камыши там жуют, знать-то. Ты с Тёмой золотой. Все, ну пой, ой, штанишки замочил, ничего. Ничего страшного, скажи. Падать хочешь? Купаться? Давай, ныряй. Холодная же вода. Ну пусть он что-то увидит сам. Ну давай, садись на жопку. Будешь садиться-то? Не боишься? Побежала, а? Вот, Матвеечка. А вот они там стреляют, парни. Ну что? Вот они, коровушки, пасутся. Муму там пасется, да? Они по бутылке стреляют. Все, муньки пошли. Все, напились водички, домой пойдут. Да. Не боишься? Шортики мешают. Да садись прям в шортиках. Они мокрые будут, замочатся у тебя. Думаешь, снять их надо? Ты мой сладкий. Саша! Саша! Солнышко. Он шорты хочет снять. Не хочет он в шортах-то садиться. Да ты замочил уже их. Ну, замочил. Снимай, садись. Не бойся, потихоньку садись тогда в шортиках прям. Ну? К маме идешь ближе, что ли? Мама рядышком тут. Чё вы там не ложите мяско-то? То прогорит этот мангал-то у вас. Мама. Это у нас тут сидит. С папой сидишь? На корову глядим, они все приближаются.
Прижимается. Прикрой его немножко. Вон, девочки, это, зашел немножко в воду. Садиться не стал, потому что дети там... Там такой вот мальчишка тоже купался. Купается. Коровки тут прям вообще... О! Вышли. А главное, пасутся. Питаются. Чем? Камышом. Камыши там жуют они. Ну, а что, они воды напились? Ну. А это что оттуда, вот с того берега, получается, стало-то? Там, на том берегу? Ты видела, посредине озера плыли? Они же в смысле плыли? Ну, ты вот да. Барахталась и не видела. Они трубку одевают в рот так, типа? Трубки. Ну, погоди. Чем вы врете? Нет. Нет, реально переплыли. Нет, это те коровы, которые там были. Вот эти, вот, да. Они все сюда приплыли, что ли? Камыша нету, они переплыли. Я не поняла, ты почему мне не сказала? Я такой кадр упустила. Коровы плывут сюда, значит... Сами пасутся. Ой. Тебя отвлекать. Ты так бразгалась, хорошо. Бразгалась. Коровки. Там вон бычок. Молодые они все. Покупались дети, конечно. Ой. Так а что долго? Если без всего, вот мы приезжали, если мясо не жарить, ничего такого, так что долго-то задерживаться? Накупался, как говорится. Все. Мы сейчас тоже пойдем купаться. Они вон сидели, сейчас состав читали. Что вы состав-то? Чего, шашлыка читали или это? Ну да, все мы читали. Ну. Состав вообще. Там вон стейки еще жарятся. Ей. Да? Не подходи, Данечка, близко-то. Они молодые, это знаешь, это игривые бывают. Тут вот молодняк пасется. Там вот корова-то одна. Ты видел, что у нас телка-то бывает скачет, да прыгает, что делать? Ну. Ну вот смотри, что делать. Блин, камера не фокусируется. Ну, начал. Смотри, что делать. Ну. Рога точит. Напасть на вас хочет. Чешет, что? Чешется. Бычки тут вот эти маленькие. Там коровка-то одна была, знать, та корову видела. Очень быстро, девочки, мы засобирались. А смотри, Виталя, там этот теленок пристроился. Молочко пьет. На подсосе, видать. Все, мгновенно мы собрались, потому что тут целое стадо направилось в нашу сторону. Они очень любопытные такие. И мы очень быстро засобирались. Ну, мы уже наотдыхались, мы уже как раз собирались. И все, потому что время уже 7:00. Ой. Отдохнули, накупались. Матвейка верещит, из воды вылазить не хочет. Так что замечательно, поотдыхали. Красота. Тут тоже люди подъехали, увидели коров. Все, куда-то туда, вон дальше. Дальше уехали, но... Анелика что нажевывает? Нажевывает. Коровки там, да, Муни? Домой едем, все. Полотенце ему. А, полотенце-то нате? Ну на. Ну. Тут что делаешь? Не боятся, походят по озеру. Надо же. А теленок так и пристраивается, только... Так, я не поняла, только одной, только другой, что ли? Там две коровки, он сзади, он идет. Молочка хочет. Такой большенький теленочек-то. Смотри, Саша. Молоко пьет. Сзади пристроился и пьет молоко. Деловой. Вот так вот. Это непонятно, тёлка или бычок. Ой, думаю. Толя, погаш нас. Да. Ну чё, всё, едем? Смотри на своего телёночка. Чё? Ну он сидит, он конфеты там поедат. Да. Конфеты поедат. Какой он вроде с озера. И чё, чумазый? Как будто он на нём и не был. Ну-ка, чё он? Он конфеты вон хминат. Вот он чё делает, парень-то. Всё, пали гоним, ага. Пали гоним? Это мамтелка. Телочка это? Вот это. А, вот это? А. Все, идут потихоньку, продвигаются. Три коровы. Ну ладно, домой поедем. Мы уже, девочки, дома. Анатолий поиграл. А это другой, да? Этот кто он? Миньон? 20 рублей обошелся. Да ты че? Да. Вот Матвейке повезло. Где он там?
Матвей. На. Скажи спасибо. Вот так вот. Довольный, Матвейка? Кто это? Миньон. Толя тебе выиграл, да? Толя, да. Сейчас домой поедем. Играй давай. Мне не надо твоего миньона. Играй сам. Мы уже, девочки, дома. Чего он испугается-то? Даня, расскажи свою новость радостную. Я телефон нашел. Такой счастливый. Покажи. Ну как ты нашел-то? Расскажи, кто нашел. Саня, сосед наш, вот. Он, видно, в траву у нас... Он... Тихо. Он траву у нашего забора и у своего оторвал там крапива. Но... Я тут искал, но в крапиву-то не стало лезть. Я крапивку подрубил, смотрю, телефон нет, ну ладно. Ну уже было получше искать. Он, видно, крапиву убрал. Смотри, телефон нашел. Он... Мы пока на озере-то были, он нам стучался, не достучался, нифига. Дал Сереге телефон, Серега пришел. А ты говоришь, какой Саня? Мишка, сосед Михаил, говорит, нашел. Какой сосед-то, который? Вот в этом доме, который живет. Ну пошли, что, собрались ведь косить? Ну, Саша, который сосед-то нашел телефон? А? Который сосед-то нашел? Он говорит, Саня, а пошел ты вас... Да. А, его Миш. Серега сказал, Саня. Интересно. Так что Даня у нас радостный, счастливый. Да, Матвейка бегает. Фу, коров пригнали, ага. Коров-то пригнали. Так... Пригнали. Давай мне что-нибудь, сына, это. Буду помогать. Сейчас разгрузимся и косить поедем. Все, Матвейка тоже помогает. Давай, пошли. Сына, ты идешь? Помогаешь? Помогает Матвейка тоже разгружать все. Говорит. Давай. Ну, он несет ему тяжело. На, бери у меня тогда. Ну, отца возьми. На, ведро еще бери тогда у мамы. Возьмешь ведро-то? Держи за ручку ведро. За ручку? Нет, нет, нет. Держи. О, ведро-то тяжелое, да? Тяжело. Неси туда к оградке. Можешь нести? Не можешь? Не можешь, тяжеленькая, да? Тяжело, конечно. Пойдем, унесем Марине сок. Марина сок будет пить. Или Виталя. Виталя кушать у нас сел. Куда Матвей приехал? Куда? Что там? А, дымно. Фу-фу-фу, правда дымно. А небо красивое такое. Классное, да? Красивое небо. Коси, девочки, приехали. Травы, муравы. Я говорю, травы-то нет. Не знаешь, где травы накосить. Ну, вот тут, ну там он чуть-чуть позеленее. Вон чуть-чуть. Там. Но... Где-нибудь чуть-чуть можешь туда сходить посмотреть. Что, с мамой стой, с мамой. Давай иди к маме. Папа косить травку будет. Траву мураву папа будет косить. Что там папа делает, Матвейка? Папа косит? Как он косил? Нет, он не это, не лезет. Вот так папа косил, да? Вот так косил. Да. Сейчас папа накосит, там уже управляться надо будет. Время, девочки, пролетает мгновенно. Пойдем Муню смотреть. Ну что, помогать надо, что-то нет? Ну давай вилу-то возьму. Вилу воткну. Куда? В багажник. В смысле в багажник? Кого ты мне говоришь? Какие вилы в багажник? А, вот так что ли? Кто держит-то? А. Давай, ну. Так тогда держать багажник надо, слушай, страшно. Страшно, он пойдет. Пойдем Муньку посмотрим вначале. Пойдем. Они сегодня вышли тут, ага, друзья, товарищи. Разгулялись все. Они ждут. Кто что ждет, да? Какали? Ну, какали, а как ты хотел? Какают. Смешно ему, парни. Так что, девочки, так пролетел наш день. Да? Вон они стоят. Звездуля стоит. Катя там, да? Катя там. Мишка с Гришкой. Ну,
Ну, я тебя покормлю. Ты папу пришел поздравлять? Да, я тебя покормлю. Матвейка. Да. Матвеечка. Ням-н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 ям. За папу. С днем рождения. Да. Я не хочу. Я ну-ка... уже слопал. Слопал. Блин, ну что ты проверяешь? Пироженку ведь он хотел. Он надо было пироженку. А к ему пироженку? Надо было пироженку дать. Мягонький тортик. Скажи папе с днем рождения. Скажи, папа, с днем рождения. Давай эти пироженки. Дай, сынок. Будешь это, да? Будешь? Это? Это? Везде. Это. Да, вот так, девочки, заканчивается наш вечер. Ну, почти заканчивается. Потому что время уже много. Кушай, я тебе дам. Сейчас я тебе дам. Скоро будем отдыхать. Да. Завтра день опять. Завтра опять загорать. Завтра новый день опять. Так что всем пока-пока. До скорых встреч. До скорых встреч. Спокойно. До завтра. А, помаши ручкой. Скажи пока-пока. Матвейка. Матвейки. Не до прощания, а? Ну, кушай, кушай, ты, давай. Ты некогда. Же, некогда. Ну, а Матвейка пошел. Матвейка пошел. Салют смотреть? Салют! Салют. О! Ничего вы зажгли! Класс! Дорогой, с днем рождения тебя! С юбилеем!